Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в 4-й Silent Hill, The Room, PlayStation 2 версию, на харде, пешком. Мы отправляемся в 4-й мир, мир так называемых зданий. Ну... Этот мир полегче будет, побыстрее, мне кажется, чем третий. Но тут враги, призраки все будут. Так что... Так, а я медальон убрал, да? Нет, не убрал. Я его лучше одену сейчас, потому что он мне пригодится. Так, тут вот у нас есть дыра. Тут ничего у нас нету. Идем вперед. Возьму я шокер, пожалуй, да. Против многих врагов он будет эффективен даже. Даже против собак тех же. Пистолет у меня тут пустой. Патронов все равно нету. И тут я возьму куда лучше оружие холодное. Скоро уже там и бита будет, и топор. Но надо только дойти до тут. Так, тут машина стоит, но вроде ничего такого нет. Спускаемся ниже. И тут вот обезьяна. Вот, одним ударом я вот ее оглушил, вырубил, можно сказать. Так, что-то тут есть у нас? Нет, ничего я тут не вижу. Спускаемся ниже. Тут ничего. Так, ну тут еще две обезьяны попадали. Промазал? Нет, промазал. Теперь попал. Так, глушим. Она охраняет дверь. Она там на лестнице, по-моему. Вот так вот все. Нормально. Да, шокер эффективен. Идем дальше. Так, вот тут, кстати, первый меч повиновения можно взять, можно не брать на усмотрение. Если я его возьму, то этот призрак оживет, будет меня преследовать. Но он не самый опасный из всех призраков. Быстрый, конечно, да, но... Лучше, я думаю, забрать меч у него. И плюс у него есть еще ключ. Ну, меч я тоже заберу. Идем дальше. Так, тут у нас пиявки всякие. Вот они опасны. Спускаемся ниже. Вылезет призрак. Да, вот он уже, я его слышу. Медальон начал действовать. Защищать меня. Уходим отсюда. Так, вот он как раз тот самый, которого я освободил. Меня преследует теперь. Ну, благо не везде. Так, берем пачку патронов. Можно зарядить пистолет. И выходим. Так, тут мы можем взять что? Клюшку для гольфа. Еще одну.
Iron 5. Ну не знаю, надо ли ее брать. Так, есть бейсбольная бита алюминиевая. Ну, давай возьмем. Хотя с местом напряг может выйти. Так, тут открыто у нас. А тут заперто пока что. Так, ну тогда ладно. Пойдем сюда. Спускаемся вниз. Ну, никого я тут не вижу. Зоомагазин, по-моему. Да. Собаки. Да, шокер неплох. А, нет. Не вырубает он ни хрена. Вернее, вырубает, но на очень короткое время. Надо успевать. Добивать вот так, он вторая выходит. Надо ее успеть как надо. Ах, не успел. Да что такое? Быстрее. Отлично. Удалось ногой их прибить. Так, ну тут, по-моему, не только собаки. А вот еще одна. Пытается меня схавать. Так, берем здесь ключ. Albert Sports. Как раз вот магазин спортивный. Больше, по-моему, тут я ничего не вижу на полках. Ух ты, а шокер мне неплохо на них есть. Кстати говоря, так, еще одна собака заблудилась. Надо быстро ее добить. Ух ты. Еще одна липучка. Попробуй достань ее еще. А, ну в принципе, достается. Так, можно сюда пойти. Что у нас тут? Не помню. У нас призрак. А надо ли мне вообще сюда идти? Иди нахрен отсюда. Блин, ты мне сейчас кандалин сломаешь. Не дает пройти толком. Ну вот, вроде прилег. Давай я в тебя пока воткну этот меч. Чтоб ты не ожил. Потом заберу. Надо посмотреть, что у нас тут вообще есть. Часы, это понятно. Так, ну больше тут ничего нет. На дверь тут закрыта. Дверная ручка заржавела, стрелки не двигаются. В общем, зря я сюда шел. Идем назад. Забираем меч. Так, ну, наверное, надо в квартиру вернуться. У меня
Второй уже половины почти нету. Так, открываем Albert Sports. Ну, давай вернемся. Сделаем чекпоинт себе. Так, возможно, что-то надо убрать. Да невозможно, а точно. Убираю меч, убираю клюшку, убираю биту. Пистолет оставить. Давай оставим пока. Так, ну и ждем. Пока здоровье наше восстановится. Готово. Возвращаемся. Так, тут у нас много обезьян. Ждет. Шокер. Вроде эффективно. Да, отлично. Действуют они долго даже. Лежат на земле. Хотя... Ну, секунд 5-7 где-то лежат, потом стоит. Минус 2. Минус 2, точнее, обезьяны. Спускаемся ниже. Так, вон еще прыгает. Зацепил. Все. Минус 3 еще. Проходим дальше. Так, ну тут дверь закрыта. Тут у нас лифт. Лифты. Мы сейчас на самом верхнем этаже. Здесь лифта нету. Идем сюда. Так, мы куда-то поехали или нет? Да, мы куда-то поехали. Я вернусь пока что наверх. Значит, можно еще кое-что сейчас взять. Сюда нам. Да, вот тут есть такой закуток, коридорчик. Не помню, призрак, по-моему, тут. Да, сейчас будут вылазить. У меня амулет еще есть. Здесь очень хорошее оружие. Имеется. И меч повиновения, кстати, да, вот второй уже.
Так, взяли лопату. Лопата тоже очень убойное оружие. Так, может какая-то кнопка, но реакции никакого, никакой на нее нету. Выходим отсюда. Так, мы поедем. Куда мы? На средний попробуем. Этаж. И здесь наглухо закрыто. Здесь тоже. На среднем нам не сойти. Едем тогда в самый низ. Тут лестница. Тут. Тут что-то есть. Да, безусловно. Пачка патронов, например. И собаки тут. С обезьянами. Так, я их оттуда сейчас не достану. Пытаться не буду. Так, лифта тут нет. Спускаемся вниз по лестнице. Тут есть напротив еще одна лестница. Но лифта тут нету. Поэтому мы тут ничего сделать не сможем. Душевая такая вот у нас. Берем тут напиток. Может пригодиться. Так, ну теперь надо тентакли тут. Жарить. Да, этот шокер легко было пропустить на самом деле. Так, тут у нас и обезьяны, и собаки, а вот только нет. Ну давай, по одному. Минус одна. Лежать. Вот вторая. О, собаки пришли. Блин, я хрен убью сейчас. Убили. Иди нахрен. Это плохо. Добивает. Все, убьют меня сейчас. Да. Придется переигрывать. Да, вот три собаки. Надо было, наверное, из пистолета стрелять. Обидно. Переигрывать-то прямо отсюда. Ну ничего не поделать. Да, против собак шокер плохо работает, конечно. Там прям секунду они лежат и быстро стоят. Блин. Со всех сторон. Лежать.
Так, ну вот опять я пришел к лифтам. Вернемся наверх. Кстати, лопатой мог их, этих собак, я достать. Ну их трое, вот в чем проблема. Когда их много, лучше, наверное, с пистолета валить. Возвращаемся в лифт, так, на нижний. Кстати, можно отсюда попробовать их достать. Нет. Живучие. Вот они легли. Быстро встали. Нет, это пустая трата патронов столько. Тогда, наверное, воспользуемся лопатой. Попробуем. Ну сейчас вот они. И они как-то резко все втроем подбежали. Я даже удивился. Так, заряжай. Получается добить как-то. Не, вот против них, кстати, как-то лопата не особо действует. Давайте добить сюда. Ага, они уже подходят. Какого хрена ты так быстро подошла? Добивай.
нет, нахрен. Иди нахрен. Сильно вонючий. Ну пошли вон. Так, лежат. Быстро встали. Ну, третья собака уже поднимает. Что делать? Надо лечиться. Добивай. Разряжай. А где мой шокер? Не понял. Они еще немного, ни хрена себе. Вообще не действует в атаку. Все что ли? А, вот, шокер. А как-то он у меня на земле оказался. Они у меня его выбили, получается, как-то. Ничего себе. Я даже не знал, что такое возможно. Первый раз такое вижу. Так, ну с чем я пойду? Здоровья нет ни хрена. Сейчас впереди еще толпа будет. Надо чекпоинты делать без вариантов. Все же я возьму шокер на этих обезьян. Да, против собак лопата эффективна. Тут спору нет. Но против обезьян нет. Неэффективно. Можно убрать меч. В принципе. Thank you.
Слишком долго она восстанавливается, эта полоска. Ну вот, наконец-то. И сейчас придется опять проделать весь спуск этот. Хорошо, хоть не респаунятся эти обезьяны. На нижний этаж. Не так ли интересно? Но вот тут или нет, не так ли вроде нету больше. Там сейчас еще куча обезьян будет впереди. Но шокер вот, да, шокер он против них намного лучше, чем лопата. Куда меня назад выкинуть? Блин, у нас и спина такая. Куда ты? Сменить цель. Жесть. Блин, снимают они прилично. Так, ну... Еще одна. Давай, подходи. Лежать. Так, одна вообще с клюшкой, по-моему. Она больно может ударить этой клюшкой. Надо ее обезвредить. На себе. Так, можно, кстати, подобрать эту клюшку. Питчинг ведж. Что-то у нас есть еще? Вроде нету. Автомат торговый. Коробки. Ладно, идем дальше. Так, ну тут у нас сейчас относительно спокойно должно быть. Крутится вентилятор. Идем дальше. Здесь не помню, что у нас вообще. Спускаемся вниз. Может, насекомые какие-нибудь. Да, личинки. Врагов тут. Других обезьян, например, я не вижу.
Так, ну и заходим в дверь. Берем здесь топор. Вот это вот незаменимое вообще оружие. Так, бильярдные шары, автомат. Нам, по-моему, сейчас надо будет код узнать какой-то. Вот записка. Нам надо вернуться в квартиру. Я уж не помню, какой там номер телефона. Так, посмотрим в окно. Тридцать семь пятьдесят, окей, запомнили. Так, ну я уберу лопату. Плюшку. В ящик. Возвращаемся на здание. Сейчас будем вбивать этот код. Значит, 37 50. Дверь открылся. Ну а сейчас будем за четвертой табличкой подниматься высоко наверх. Ух, да, вы высоко нам тут подниматься. Проблема в другом. Призрак будет сейчас преследовать. Дойдем. Далее, правда, может сломаться в любой момент. Какие там приличные еще. Поплохело. Мы все поднимаемся и поднимаемся. Все, вроде вот это последний этаж, потолок виден. Да, вот 207-я комната. Это дверь квартиры из моего дома. Берем табличку «Хаус» и заходим. Прошли мир зданий.
Взяли четвертую табличку. Впереди у нас будет мир квартир или апартаментов. Looks like another one, Captain. Got one on his head. It's just like that case. Так, ну, табличку убираем, медальон, не знаю, убрать, оставить. Оставлю пока. Меч на всякий случай возьму, потому что я буду по квартирам там ходить, призраки будут мешать мне. Yeah, that Walter Sullivan case. But Sullivan's dead. They even got the body. Must be some crazy copycat. Yeah, but even so. Пистолет, наверное, тоже уберу. Так, ну что ж, сохраняемся. И на этом месте я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующих сериях. Пока-пока.